Неплохо, давай. Ну ладно, блядь, может быть, нахуй в другой жизни получишь, чем могу сказать. О, так прекрасен мир. Так. Разливает красками. Жизнь дается нам на... Ага. Так, не Ксюша, Макс Корж. Ну, Макса Коржа я очень сильно люблю, прям вообще сильно. Я, наверное, выберу Макса Коржа. И у нее песня, ну, вот альбом неплохой, сильный получился. Так, Луф, XX, маленький, ярче, интернет лав, эпи. И Флэш, бля, он до сих пор жив вообще, он что он сейчас делает? Реально он что-то делает, блядь, давайте послушаем. Сейчас по-любому опять. Сука, не сука, я... 7 утра, я опять другой, уже не как вчера. Снег на бульваре, но не зима. Вроде бы грустно, но мне почему-то так весело. Как будто мистерик, от этого дыма у тебя истерика. Выросли быстро, как будто бы семена. Теперь эти суммы пополнили наши счета. Выросли будто, как будто семена. Черные найки несут меня в 7 утра. Я опять другой, уже не как вчера. Снег на... Здорово, блядь. Он модель в Штатах. Здорово, здорово. Верю. Детка, ты орда влюбился. Каждый твой взгляд, каждый пиксель. Танцуй нежно, сними одежду. Хоть я однажды, дай мне... Ну, бля, главное не Флэш. Хорошо, Трил Пил, СКБ, веселое. И Локи... Ну, конечно, Трил Пил, блядь. Это Локи Мин, нахуй, вообще, блядь. Кто его слушает? О, вот здесь сложный выбор. Здесь очень сложный выбор. Мне оба альбома понравились. В бесконечной паутине будни. Тела развалятся на молекулы. От того, что мы люди, трутни. Залит... Так. Просыпайся, это все не сон. Одна ночь, один день, как... Бля, я не знаю. Ну, у Рэма реально имбовый альбом, но у Доры, чем альбом пиздатый, что, ну, у нее тоже там, короче, есть предыстория, вся хуйня, перевоплощение вот это в новую, типа, себя, ну, то есть в ней тоже прикол есть. Но музыка, музыка не мое, во, вот так скажем. А вот у Рэма музыка моя, несмотря на то, что я, как бы, с ним общаюсь. Я выберу Рэма, просто потому что музыка моя, я говорю, оба альбома хороши. Вот это я, кстати, вчера только послушал. Мега хуетень, просто, блядь, лютая хуйня. Я прям отвечаю вчера просто. Вот вчера, да, буквально слушали? По-моему, вчера. Или позавчера с ребятами. Просто ужасно, блядь. Да ты шо, здорово, здорово. Хуй, на-на-на-на, блядь. Конечно, Моргенштерн, блядь. Ну, серьезно, у него, ну, альбом рофловый, типа. Блядь, вот насрали две кучки. Одна собака, другая кошка, блядь, нахуй. Йо. 2022. Дил Бриз. Все по новой. Новая жизнь, новые люди, новый город. Новые колеса, новые активы, новые колеса. Решаем вопросы. Ну, главное, не Джарахов, господи. Что то хуйня, что это? Опа, бандама. Бля, мне понравилась бандана, реально очень понравилась. Ну, то есть, такая прям, чистый попкорн такой. Попкорн же, да, правильно называю? Ну, типа, фастфуд, во. Чистый фастфуд, прям в чистом виде, да, они его делали как фастфуд, пиздато. Ну, типа, мне нравится у песен саунд-дизайн интересный, слушать их не душно, короче. Ну, прикольно, прикольно. У Лиды охуевший альбом. Потому что там еще я есть. Я выберу Лидап. Вот опять же говорю, альбомы охуенные, да? Вот оба. Но вот то, что я бы слушал. Вот у меня есть выбор. Я лечу в самолете, у меня, ну вот, допустим, час лететь, да, два. И какой альбом мне из них послушать? Я, ну, лучше Лиду послушаю, реально. Опа! Блин, за май, прости, конечно. Нет, я сказал маме, что... это где 101 трек? Пушкин и Петрик, пиздец, ракеты, синтезирован. 6 часов альбом идет. Ну вот этот мальчик слева, объективно, если смотреть, пиздец, разъеб. Кто был до меня, но снова ты проходишь мимо. А
опускают взгляд. Ну вот это здорово, если объективно смотреть, ребят, я реально, ну просто объективно пытаюсь. Вот это я тоже вчера слушал, кстати. Вот это я вчера вспомнил. Инстасамку я позавчера слушал, а мы с ребятами слушали вчера альбом «Манекены». Вот это мега хуйня! Инстасамка, я вот только что, если ты смотришь, а ты смотришь, я вот только что говорил, что у тебя альбом хуйня, прям мега хуетень, прости, я забыл, что существует вот этот альбом. Ему как будто его не сводили, короче. Реально, послушайте, просто не сведенный. Забрал Гэтти России, я забираю их деньги, хаслю свои проценты, купил ей новые фенди, так мой бэй не будет бедный, я закрываю все чеки, молодой босс Кенни. Теперь я счастлив, моя семья стал богаче, чем ты. Большие чеки, мой рацион, трачу все. Вкусно. I always use my Gucci cologne. Послушайте, реально не сведен, вот я вам отвечаю. Я когда демки дома записываю, у меня также звучат демки. Отвечаю, просто послушай, просто не сводил их. В гараж бенди, ёпта. Послушайте просто. У него еще, короче, они так сводили, знаете, вот как легендарная пыль у Моргенштерна был, когда клипер просто на мастер вешали, ну, знаете, кто не шарит, просто когда-то аж голос, голос разносит, да, вот, прям, ну, и он также пытался сделать, но у него бас реально перекрывает все, просто послушай, его кроме баса ничего не слышно, охуенно вообще. А чё осуждаю? Я просто сказал, голос разносит. Я не говорил никакие слова. Она актриса, она Мона Лиза. Ну, короче, бля, ну вот это мега хуетень, просто вообще. Как сок, видит твор, не повезло. Я готов чувствовать, но постепенно сердце. Нихуя себе. Бля, все так по Трэвису Скотта косят, конечно, но прикольно выглядит. Интересно. Я покажу свой трейлер. Улица наш Шекспир. Пиво, да, я имел в виду пиво. Голос вообще как пиво, вот я хотел сказать. Ну это хорошо, вот хорошо. Я ни разу не слышал этот альбом, но я его выбираю. Так, Пау Дау. Но я его слышал. А этот, Джизус, я не слышал. Но опять же, Джизуса я не слушаю, если бы я, вот опять же, вот такой выбор, что я лечу в самолете, мне нечего послушать, да, я лучше выберу этот альбом. Ну, объективно, реально, это моя музыка, которую я могу слушать. Джизуса я не слушаю вообще. Так, ребят, здесь я сразу говорю, Фри Рио выбираю, потому что Джимбо я очень люблю, мне очень нравится. Но Фри Рио реально гениальный альбом, реально охуевший, просто. Мое отбуда. Чисто на кухню. Да я сипую этот Caesar. Лил Буда, мой альбом продал больше, чем Smokepurr. Smokepurr. Не Арсен, но у него есть Lizard. Lizard. Yeah. Не, мне нравится, не нравится. Так, Егор Крид, Pussy Boy и Дани Милохин, бум. А что за бум у него? Мы слушали, у да? У тебя же лапки, постарайся, и твоя жопа не мешает мне целоваться. Твоя жопа не мешает мне целоваться. Здорово, хочу здорово. С чем он целует, интересно, там? Так, но... да, раздевайся. Ай-яй-яй. Ну, бля, между двух говн выбирать. Ладно, одно говно выберу. Так, Noize MC я вообще не слушаю, вообще мне не нравится. Ну, вот именно что он сейчас делает последние лет, не знаю, 8. Вот, а это АТЛ мне до сих пор нравится, я его могу послушать. Хо-хо! Опа! Ну, ребят, если объективно смотреть, ну, реально объективно, ну, Lil Zanil лучше. Ну это реально прорыв в музыкальном. Вы послушайте, какой звук. Если ты принёшь котлету, ух, то раздашь как Wi-Fi. Подъезжает на 200, да ты шо? Встречи, не забудьте сохранить тебя бас, уже пиздец. Извините, Lil Zanil, а скажите, а как вы такой бас сделали? Не хочет отвечать, ну, видимо, секрет. Ну это прорыв, я вам серьезно говорю, объективно, просто пока что. Современная музыкальная индустрия не готова к такому звуку, знаете, как Детройду. Вот когда Детройт только появился, все такие, фу, это неслушабельно, это, ну, типа, плохо, короче. А у нас просто это самое,
Ну, просто не готовы люди. Дальше я говорю, вот у всех такие басочки будут. Уже я слышу вот такие вот. Я где-то слышал уже в ТикТоке. Вот, так что, ребят, объективно говорю. Боже мой, блядь, Джонни Бой. Джонни Бой и седьмой его альбом. Ну, это Джонни Бой, вот честно, вот, ну, без обид, кто там слушает его, это мега кринж. Просто невероятный кринж, блядь. Сейчас я постараюсь показать его ТикТок, это пиздец, блядь. Сна так до сих пор нет, но свежий будто две жвачки орбит. Свежий будто две жвачки орбит. Вторник, как не было сна так до сих пор нет. Как бы меня не заебали гонки, Ну это еще, ну ладно, это еще терпимо. Вот если у него где-то вот Джохну Боу, где-то у него, блядь, сниппет из ТикТока, там вообще пиздец, там прям, ну, прям невероятно. Ну а про концерты в Рашке я вообще молчу. Осуждаю это слово, поганец, блядь. В телегу. Крутим, крутим, горим, дуем, тусим, так невозможно. А еще мы мутим, крутим, курим, дуем, тусим, все это в прошлом. Мутим, крутим, курим, дуем, тусим, так невозможно. А еще мы мутим, крутим, курим, дуем. Ну, пиздец, короче, человек, конечно, невероятно талантливый, ничего сказать не могу. Ну, пускай Сода Луф, он реально хотя бы талантлив. Так, Майот Семе, да, Майот Семе, а, ну, конечно, Скриптонит, вы уж простите. Не, конечно, хорошо отношусь к Семе Майота, но вот, блядь, Скриптонит, конечно, да. Хотя ни того, ни тех, ни тех не слушаю. Пустоту. Страха вовсе нет, его придумал трус. Нет никакого труса, пиздят. Кто-то да, по блин. Мелочи, кто-то покрупно. Только по голосу, как будто Федук поет. В этом смысл, почему я жив. Реально же. Ладно, я, короче, выберу Скриптонита. Поехали. Ребят, ну объективно, если смотреть объективно, реально, вот, ребят, чтобы никто не обижался. А, это фит с Федуком, все, понял. А то я реально слышу, Федук поет. Ребят, реально. Ну вот у Макса Коржа, если так смотреть, ну как бы, ну все слышали же много раз такие песни, здорово. Кстати, «Афган» очень классная песня. Иногда красавицы метко озираются. И залетные мечты сбывают. А мои люди думают «Афган». Больше не поверю ни на грамм. Бля, пизда, мне реально круто. Но вот это, ребят, ну реально объективно, но это невероятно круто. Бля, здорово. Блять, ну... То, что глазами бездонными. Ну объективно выбираю, ребят. Ну пока что объективно один. Так, Soda Luv, либо Million Happiness Full альбом 2021. Пиздец, он Моргенштерна, длинное название, конечно, странное. 2021, новый альбом Моргенштерн Цирк. Ну ладно. Короче, да, я слушал этот альбом Soda Luv. Какое-то оно перекручено. У Брута, кстати, лучший куплет за весь альбом. Но я слушал, не особо вникая. Но вот у Брута реально охуевший куплет. Реально, послушайте эту песню. Потом, я помню, какой-то перекрученный какой-то рэпчик, а-ля... Ты в меня наружу, нагоня зазоры в порог. Ну такие, типа... Ты трахнул детей, это как люди убивают людей. Я ебал в рот всех твоих друзей, окей? В каком-то смысле, окей? Ну, короче, вы поняли. Здесь мне все понятно, здесь как бы... Ну, как бы... Ну, не знаю, короче, я считаю, что из этих двоих Моргенштерн лучший альбом. Хотят узнать, чё же мой... Дело даже не в рофле, а просто как-то... Вот этот альбом мне просто не был понятен. Он как-то, ну, типа... Интересно, он к звуку подошел, не делал такой рэп, который все слушают. Это понятно все, но как-то не запало мне. Здесь мне нихуя тоже не западало, но здесь мне все понятно. Все, хорошо, я просто это сам нужу немножко, буду побыстрее. Ребят, конечно, Скриптонит пиздатый. Конечно, Скриптонит пиздатый. Ничего сказать не могу, вот. Я понимаю, вы много кто его любите, но... Ребят, ну просто... Но объективно... А где? Вот Скриптонит такое напишет, ребят? Нет.
такой по пустякам, да пиздец. Да ты шо, блядь? Смотри, какая мелодия. Ну вот такого вот у скриптонита нет, поэтому, ребят. Да, не, вот понимаете, скриптонит такое не напишет, вот реально. Скриптонит такое не напишет. Так. Рам либо Лида. Бля, на самом деле, был бы здесь альбом Рэма, как его, либо Рептайл, либо, как же, Traumatics 2, вот тогда бы я беззаговорочно выбрал. Трайп, ну, прикольный, хороший альбом. Хотя он-то, бля, там техно такой интересный. День в образ автобота, ведь быть машиной твоя работа. Но у Лиды, блядь, ну мне кажется, у Лиды вот «Музло из гаража» реально охуевший альбом. Вот если бы, отвечаю, был бы «Traumatics 2», допустим, первый, либо «Рептайл» у Рэма, я бы выбрал его. Потому что там невероятно охуевшая музыка. О, этот мальчик хорошо поет, ну надо выбирать, надо выбирать. Так, вот «Не лето» я так и не слушал, «Фридио» я сразу выбираю, сразу же. Так, «Пусубой» или вот этот, ну, вот этот чел. Ну, конечно, «Пусибой», блядь. Там про карнавал поется, а карнавал я очень люблю, конечно, да. Я ей, конечно, зла не желаю, но вдруг, если вот так получится, что она с своим мужчиной расстанется, я, конечно, этого не желаю, я прекрасно знаю, что этот мужчина у нее хороший и так далее, и счастье только им здоровье, но если так вдруг случится, что они расстанутся, я готов быть жилеткой для Вали Карнавал. Так, «Интернет Лав». Да я вообще не ебу, этот альбом никогда не слушал, а Тейла слушал. Вот это Тейла и выберу, блядь, правильно же? Вот этот «Трил Пила» я все равно не слушал. Ух, нихуя Джерси. Нихуя Джерси Клаб. Нихуя себе. Я думаю, нас никто не шарит вообще за это. Прикольно. У нас в России не приживется Джерси Клаб, но это стиль такой. У нас, сразу говорю, не приживется. Это не наша музыка вообще. Прикольно. Охуеть. Бля, прикольно. А что еще есть? Бля, прикиньте, они реально альбом Джерси Клаба выпустили. Я вообще, как это мимо меня прошло? Круто, блядь, нихуя, чуваки. ЛДЖ еще на Джерси залетал. Бля, я отвечаю, я найду время, я переслушаю этот альбом полностью. Вот реально не знал вообще, я, ну как это мимо меня прошло, я хз. Причем обложку я видел где-то. Нет, реально охуенно, охуенная музыка, чуваки. Только обработано как-то странно, с Геной Гориной. Ну, я, короче, послушаю, я не ознакомлен. Ну, естественно, я, опять же, если бы я летел в самолете, я бы послушал Пау Дау. Так, поехали. «Музло из гаражей» или «Хиппократ Эпи». Хорошо, ребят, первый раз я выберу не себя. Ну, реально, «Музло из гаражей» — хороший альбом. Вот был бы здесь Лил Зе Нил, тогда базар. Но у меня просто здесь 4 песни, здесь нехуй сравнивать. Реально нехуй сравнивать. Самый сильный — это у меня тут, наверное, «Крути» и «Нервис», да? Ну вот, по моему ощущению какому-то. «Крути» и «Нервис». А здесь мне нравится «Анапа», естественно. «Али Ули» разъеб. «Анапа», «Евробит» просто хитяра. «Панки Хой», «Горшок живой» разъебище.
Ну и все, это уже больше, чем у меня. Не, реально, давайте так. Был бы синоним, я бы синоним выбрал. Базар, но реально. Короче, выберу это. Но мне кажется, Лил Зенил победит. Почему-то. Бля, Егор Крид пусть гуляет, нахуй. Так, АТЛ, ой, блядь, Лифри Рио. Ходит первобытный транспорт, звездой пятиконечный, тут агент. Наверное, АТЛ. Мне очень понравился, я прям слушал этот альбом захлеб, мне понравилось. Так, ребят, ну смотрите, если выбирать между дурачком и гением музыки, то лучше выбрать гения музыки. Вы просто послушайте. Смотри, ну и пошло. Ну смотри, это просто до этого нужно даже. А ты что с биточками? Вы послушайте биточки. Главный шоумен Российской Федерации Алишер Моргенштерн. Ну, дурачок какой-то делал, да? Сразу видно. Смотри на бумажки. Она теперь важная. Сука. Сука дрожащая. А здесь, ебать, ребят, такие строчки, как... Бля, ничего не помню. Бля, все забыл. Меня все зовут волком, веду и так, что сносит крышу. Или, например, храню пушку дома, как пятачок. Не, вот это вот это гениальная музыка, я считаю, ребят. Тут язык фактов по-другому. Так, 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 отлично. Отлично. Конечно, если бы здесь был Hippocrite EP, я бы выбрал АТЛы. АТЛы. Еще плюс, потому что они мне кепку подарили, спасибо большое. Этот 66,6 FM, это вот АТЛовская как раз мне подарили. Вот. Но если так думать, ребят, ты как будто продаешь свой альбом, да. Здесь хорошая музыка, клево. Не, пизда там, вообще атмосферно невероятно. Но, ребят, ребят. Ну, ребят. Угрожаешься, ты хуй не вряд ли забоюсь. За это стакчик, как услышу, да и так и подаю. Ну это невероятная музыка, я считаю. Поехали. Музло из гаражей, либо Payday. Я выберу музло из гаражей, потому что некоторые песни у меня есть в плейлисте. Здесь нету. Сорян. Так. Теперь объективно, ребят, последний раунд. Кто же выиграет? Кто же выиграет, ребят? Кто же выиграет это соревнование, ребят? Эту честную борьбу интересов. Вот. Давайте оценивать объективно. Ну, это так, ребят. Вот эта музыка, ну, вот так потанцевать, что-то. Ну, вот это для серьезного... Вот эта музыка, ребят... Вот даже здесь по обложке посмотрите, здесь, ну вот мальчик стоит такой, вот типа, оп, ну там желто-синее все. Ну просто стоит. А вот здесь, смотрите, какой... Ну это музыка, вот просто вот кто пишет 222, да? Ну это просто девочки маленькие, я понимаю, вам, ну вот такая музыка нравится. Но вот эта музыка, ребят, слева, это музыка для серьезных мужчин. Я вот сегодня по улице шел в магазин, и вот крузак проехал, и там мужик сидел слушал. Вот так. Ну вот здесь все объективно намного лучше. Вот. И, короче, ну вот победитель мы выбрали, ребят. Давайте перейдем к результатам, посмотрим, сколько же людей выбрало меня, надеюсь, все. Ну я сейчас буду на первом месте там по-любому, я уверен просто. Ебать, на втором, прикиньте! Нихуя, я реально думал, я сейчас на последнем. Ебать! Я почти был объективен. Смотрите, ребят, я почти был... Вот вы что-то там выебывались, что-то там неправильно, чел, ну там такое. Смотрите, я... Ну вот смотрите, я как большинство выбрал. А ну-ка перезалейте это все на YouTube, чтобы все схавали, блядь. Смотрите, не, вот это мое, вот это, которое желтого цвета. Белое — это сколько люди выбирают. Вот, видите, место в общей статистике сайта. Второе, нахуй. А кто первое? Чё, пацаны, отдыхаете там? Нормально все? Ну, буду знать, давайте, все, услышал. Ладно, я вас услышал, ребята, все, давайте, блядь. Кто там чё писал, что я не объективен, блядь? Да я, да пиздец, нахуй.